Герои спектакля «ВДВ» или «Всем добрый вечер» напрочь запутались, кто кому изменяет. Двойная супружеская интрига – это уже интересно, а со столичными артистами – вдвойне. Режиссер постановки Александр Балуев в собственной жизни не припомнит любовных многоугольников. Вы знаете, я вообще стараюсь играть и на сцене, ну, в большей степени, а в меньшей степени в кино, истории или характер, который ко мне имеет, в общем, довольно отдаленное отношение. Поэтому мне интересно это играть. Если бы это было все так же, как бы похоже на мою, ну, какой смысл? Балуев известен скорее не комедийными, а военными ролями в таких лентах, как «Мусульманин», «Антикиллер», «Турецкий гамбит». А многие, глядя на его лицо, до сих пор вспоминают Шунечку. Я уезжаю. Едешь со мной? Мы снимали с Станиславом Сергеевичем Говорокиным картину, который назывался «Благословите женщину». Это была часть, проходили съемки под Читой, вообще в какую-то степь нас вывезли, какую-то, я даже не помню, ну где-то Чита еще, где-то в два отсюда. Вот. Так что вот мы там примерно месяц снимали. Второй читинский визит уже театральный. Гримерка скромная, но уютная, как и во многих региональных театрах, отмечает актер. Стол накрыли, исходя из ваших вкусовых предпочтений или просто? Нет, чтобы не умереть с голода просто. Не до жиру, как говорится. Перекусил что-то и поехал. Играть. Выбирать-то не приходится. После 9-часового переезда из Улан-Удэ сюда, не очень до шуток, но как-то находишь какие-то резервы. Вы на поезде ехали? На автобусе. На автобусе? Да, вот видите, как, а вы говорите. Вот такой настрой. Все вроде болит, но ничего, зритель не должен этого знать. Это лучшее, что я слышала за сегодняшний вечер. Ироничную пьесу Марко Камалетти «Гарнир по-французски» удачно адаптировали к российской действительности. Смех заполненного зала тому подтверждение. Это конец! Наталья Аршинская, Владимир Дементьев, ЗапТВ.